Всех торжественно приветствую на канале Леона Кики. С вами ее бессменная ведущая. Внимание, жесть, спасибо большое за рейд, Машулечка. Все-таки закончили. Спасибо большое за рейд. Всем здравствуйте, кто меня не знает, я Леона Кики. И мы... Надо музычку потише, а то эпичная какая музычка, жесть. Мы... у нас, короче, этот самый, господи, как он называется? Марафон метро. Мы вчера закончили основную линию игры Metro Last Light. Сегодня будем проходить DLC. Вот, сегодня вас на потоке будет ожидать, конечно же, DLC-шечка. Вот, Машулечке мы желаем хорошего пути для того, чтобы она хорошо добралась на великолепную дачу. И чтобы она там отдохнула. Но я так понимаю, она туда не хочет ехать, потому что ее там будут заставлять работать. Вот, кстати, Машуля, я тебе сейчас быстренько... Быстренько запишу аудио, хорошо? Там кое-что обсудить. Блин, я быстро перед стримом, вернее, уже во время стрима покушала, пока запускала. Вот. Сейчас нос, наверное, чесаться будет. Кики на всю голову. Ну, типа того, да. У нас было свидание, они тут набежали вообще, не говори. Какая жесть, какая жесть. А кто хочет работать? Хороший вопрос. Я хочу. Я так хочу себе огород или дачу, ты себе просто не представляешь. Я даже бы с удовольствием у себя под окнами что-нибудь бы садила, какие-нибудь бы цветочки, там вот это всякое такое. Вот. Но центр Москвы вряд ли разрешат что-то садить. Да и тут раньше особо не было солнечного света, и ничего не росло. Хотя сейчас там два дерева упали, и солнце начало пробиваться. Они начали засеивать тут траву, короче, всякое такое. Короче, сами занимаются посадкой. Заканчивая стрим, мы поехали со мной. Да, конечно, уже все, уже нельзя. Блин, у меня уши что-то закладывают, не могу понять, что за фигня. Жесть. Я сегодня поняла, что у меня сейчас идет какая-то жутчайшая аллергия, не понимаю на что. Мне сказали, что что-то есть у меня во дворе, что машины опыляют чем-то зеленым. То есть сейчас что-то цветет, короче, какое-то такое не совсем приятное. Вот. И... я только открываю окна, я сразу начинаю чихать. Я сегодня, у меня было на кухне открыто окно, а у меня как? У меня кухня с залом смежная, то есть стенку убрали. Вот, и, соответственно, все, что с кухни, идет в зал и, соответственно, ко мне в спальню. И я с утра просыпаюсь, у меня нос течет, я чихаю, я не могу понять, оно не останавливается. Думаю, да что за фигня вообще? В итоге мне пришлось, я, естественно, там сделала все манипуляции со своим носом, выпила противоаллергенную таблетку, закрыла все окна, включила очиститель, и я снова живу. Блин, какие сложные махинации нужно делать для того, чтобы спокойно жить. Это, конечно, жесть, да. Маша нас с кустами перекинула. Ничего, прячьтесь в кустике, прячьтесь. Вот, и будем проходить метро. Я надеюсь, я сегодня не такая ссыкуха, как вчера. Я не буду сегодня пугаться. Так, мне там где-то скидывали список DLC-шек метро, которые стоит проходить. Сейчас глянем. Так, а захват что будет? Что-то захвата нет. Алло. Алло, алло. Ну, захват любого полноэкранного. Это полноэкранный вроде. Так, еще раз давай. Ой, блин. О, все, захват есть. Отлично. Так, теперь мы... Я забыла включить свет. Подождите, мне надо включить свет. Свет, свет есть. Я лучше бы переехал туда, где не надо ничего садить и по минимуму ухаживать. В пустыню, что ли? Ты хочешь в пустыню переехать или что? Везде все надо садить и ухаживать. В зимний регион. А, ну можно в зимний, кстати, да. Ты больше любишь холод или жару? Но судя по тому, что ты говоришь в зимний регион, значит, ты больше любишь жару. Ой, ну, в смысле холод.
Так, сейчас я посмотрю, что у нас там по нашему анонимному опросу. Кстати, ребята, у нас воскресенье проходит. Кто не знает, напоминаю, рассказываю, да, кто новенький, вот тоже, может быть, кому-то будет интересно. У нас каждое воскресенье будет проходить день игр со зрителями. Игры вы будете выбирать непосредственно сами. Вот у нас сейчас как раз в телеграм-канале. В закрепах висит анонимный вопросник. В анонимный вопросник вы скидываете все желающие вас игры, это все анонимно. Вот. И потом я все это собираю и делаю опрос, какие две игры мы выбираем на стрим. Вот. Что у нас есть сейчас? Так, у нас гуси. Даунплесс мы, кстати, когда-то играли. Гуси. Так, кусь Элю за попу, это не игра. Гуси, гуси Стелларис, гуси, Лига Легенд и Джекбокс. Вот, это пока что то, что у нас есть. Сыкло один раз, сыкло всегда. Ну, нет, не сказала бы, тут бы я бы поспорила. Инферничек, здравствуй. В Сибири же сейчас жарко, кстати. В Сибири бы сейчас это, в Сибири сейчас жарко реально. Так. Так. Где зима, так зима, а не та дресня, что сейчас происходит на планете. Ну, то бишь, это в Антарктиду, да, надо. Вот. Только там, мне кажется, такая вот жаришка. Так, что я хотела? Я к Машке сегодня зашла, короче, смотрю, а у меня сохраняется история чата. Я смотрю, ты, Тёмыч, сидишь, ну, пишешь чат, и у тебя нет сапки. Я забыла о том, что там не отображаются значки. Я смотрю, у тебя нет сапки. Я такая: «А-а-а! Ты что?» Жмякаю на твой никнейм, проверяю, у тебя только фоллоу стоит. Я такая: «А-а-а! Ты что, отказался от моей сапки?» Думаю, ах ты черт! Короче, я успела тебя уже пообзывать, а потом ты успел написать в чат, и я увидела, что у тебя сапка все-таки есть. Я такая: ну ладно, прощаю, так же быть. Вот, короче, сама обиделась, сама простила, нормально. Это все было по плану. Так, я не засвеченная, если что, из-за света. Так, ну что, поехали? Так, нет, стоп, еще не поехали. Ой, господи, где же ты мне кидал? Ло-л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 о. Блин, прапор скинул в нашу конфу, что ли, какие DLC надо пройти? Мы ж там все зафлудили. Божечки, кошечки. Так, ладно, это значит, надо искать вчера. Это надо искать вчера. Вот, вчера. Нет, это не вчера. Господи Иисусе, Господи Иисусе. Так, нет, 17.05. Вчера было 18. Значит, ищем 18. Вот. Вот это 18. Нет, подожди, это сегодня. Это сегодня, а это вот вчера. А где? Вот, дополнение. Тяжелая пехота, шатрии, снайперы, паучье логово, Павел, Хан и Анна. Они так и подписаны, что ли, или нет? Не понимаю. А где наш смущающийся хомячок? Это кто? А, хомячок, хомячок, ну, придет, наверное, не знаю. Я за ним-то не слежу. Ох, уже не постоянные существа женщины. А, да, мы такие. На вебке сидит. Так, главы. А, так, это не то. Нам надо так 9. 9? Нет. Почему на 9 не считается? А что мы вчера на С нажимали? Что-то я не понимаю. А, вот. Просто надо было нажать, поняла. Так, тяжелая пехота. Поехали его и будем играть. Выберите стиль игры. Выживание спартанец. Режим выживания, делающий патроны и фильтры редкостью.
о перестрелке и скрытое оружие более сложным. Позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в выживание в мире метро 2033, заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. Так, в режиме «Спартанец» сложность боев и скрытного приближены к стандартному режиму метро «Луч надежды», а патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Этот режим идеален для игроков, предпочитающих активное действие. Пошли. Так, нормально. Вы уверены, что хотите перезаписать ранее сохраненную игру? Вся сохраненная ранее информация будет утеряна. Ну... Да, наверное. Рейх не потерпит посягательств на наши права! Пришла пора готовиться к великой войне! Это будет последняя война! И она станет триумфом нашей расы! Осуждаем. Стальной кулак легиона Фрейха уже занесен для удара! И если шакалы не отдадут нам Д6 сами, мы возьмем его силой! Слава Рейху! Осуждаем. Поехали! О, пошло! Теперь держись, Ганс! Явились на козе! Что происходит? Ой-ой-ой! Крути свою шарманку, Ганс! Вали не людей! Если прижмут ворота, там крышка! Не подпускай! Погоду их прижимай! Погоду! Там им развернуться негде будет! Удачно вышло. Раст, здравствуйте. Ой,
Опять не вышло. Да что ж такое? Большое грация за сапку еще раз. Было в вере неожиданности. Я без сапки, потому что Twitch бомж. Живу на подарках исключительно. Денег на все не наберешь же. Это понимаю, да. Не, я просто что-то добралась. Наконец-то могу это самое дарить. Вот, и если деньги есть, то почему нет? Блин, опять с этого момента? Да ну... Ее надо, и заряд она после выстрела не сразу набирает. Мощь, твоя ганс-перчница главнее будет. Но броню рельса прошибает куда лучше. Подыхайте, коммуняки! Патронов не жалеют, выродки поганые. Я понять не могу, откуда по мне попадают. Да когда же вы кончитесь? Ниже! Ниже голову! Офицеры! 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 Прикрываю огнем, Ганс, добивай! Ах ты! Я тебя видела. Получайте, ванны краснопузые! Отличная дырка во лбу! Ну, хоть во лбу. Хотя, почему только во лбу? Блин, странно. Жри, сволочь краснопузая! Черт, Ганс, прикрой, как из шланга поливаю! Я на ноге! Убил Ганса! Передо мной не становиться, тип! Ой, не понимаю я. Первая проходка, отличная игра на выбор. Надеюсь, стримеру понравится эта трилогия. Но, ай, да, мы, получается, мы закончили первую серию. Вот эту мы тоже закончили уже. Основной сюжет сейчас проходим, DLC. И у нас, получается, ну, мы с DLC все закончим, и у нас будет третья часть. Вот, привет, дрончик, привет, Ривсон. Тебе должно понравиться. На крайний случай. Я-то сам лучше с автоматом. А чё, он умер? Умер, походу, Рия. Да хорош по мне стрелять! Кого бить-то надо, я чё-то... А, вот ты где, подлюка. На тебе, на тебе. Осуждаем. Да ты почему никак не умрёшь? Ты что делаешь?
останется исход. Исход — это третья часть. Какая пушка? Где пушка? Какая пушка? Где пушка? Я думал, теперь точно Алис. Вот эта пушка? Нет. Какая пушка? Ты еще меня за это самое, класс. Это еще что такое? Короче, ладно, забили на пушку. Я... А, вот пушка. Можешь хорошенько коммуняк обработать. Только смотри, взрыватели контакта. Не зацепи тут ничего поблизости. Дуались капут. Бесплатно или нет? А вот насчет DLC я не знаю. Я забирала только игру бесплатно. DLC, кажется, не бесплатно. Хотя, ну, даже если не бесплатно, там, скорее всего, скидка будет. Блин, я не достреливаю почему-то. Кеквы. Может быть, надо как в старый этот самый стрельнуть по этим. Это еще что такое? Не? Нет, походу нет. Особо нечего, так что навеса можешь хорошенько коммуняком работать. Только смотри. Взрыватели контакта. Мы зацепим ничего под ним. Дуали с капут. Ой, ракеты рядом летают, жесть! Я что-то неправильно делаю. Господи, что это тут происходит? Подыхайте, сволочи! Все? Ой, слава богу, жесть. Получено. Осуждаем. 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 Это что, все что ли? И это все DLC? Тебя напитками бесплатно снабжают? Ну, конечно, у нас рекламная, значит, интеграция вместе с Торнадо, вот, с энергетиками, и они прислали на пробу мне много разных вкусов. Вот, наверное, манго один из моих самых-самых любимых. То есть это все DLC? Да. Так, ну давайте спартанец, нормально, да. Свершилось.
Я доказал, что достоин стать одним из кшатриев полиса. Достоин великой надо миссии. Начинать стримить, поиск ради бога, начинай стримить. Необходимых нам, чтобы сохранить знания и культуру старого мира. Меня приписали к группе, ведущей поиски в окрестностях Великой Библиотеки. Одном из самых опасных, но в то же время и самых... Ой, подожди, он же говорил. Ну ладно, так, здрасте. Это что у нас? Здорово, сталкер. Здорово. Теперь будем вместе работать. Значит так, расклад у нас простой. Ага. В группе всего 5 человек, считая нас с тобой. Я Кузьмич, на мне вся матчасть. Оружие, снаряжение. А это кто? Все это будешь брать у меня. Вон тот мужик в химзащите, это шаман. Он наш эксперт. Ага. Оценивает все, что притащишь с поверхности. Ага. И отстегивает патроны. Ага. Есть еще близнецы. Ну, с ними ты сам познакомишься. Теперь о главном. Оружие, снаряжение, фильтры. Все это придется покупать. Че смотришь? Думал, у меня тут богадельня? На всех не напасешься. Ну, приобщайся. Фильтры, маска, аптечки и пушки. Кстати, как зверя какого-то... А я сейчас буду с нуля начинать? У меня моего потрошить. Не будет барахла? Знаешь, сколько они ребят вроде тебя со всем барахлом сожрали? То-то. Ни пуха, ни пера, сталкер. Удачи. Я вот что-то, если честно, не совсем поняла. Привет, привет и еще раз привет. Привет. Я шаман. Здорово. Я оцениваю все принесенные с поверхности предметы и выдаю соответствующие вознаграждения. Молодец. Ты, вероятно, как и все молодые сталкеры, питаешь надежды обнаружить настоящие реликвии, наподобие легендарной карты секретного метро, но, боюсь, придется тебя разочаровать. Вот список мне предметов, так нравится здесь озвучка. Которые рекомендуется подбирать в первую очередь. Топливо, книги, произведения искусства и всякие полезные вещи. Детские игрушки, компьютерные запчасти. Ничего особенного, честно говоря. Ну что ж, что искать, ты знаешь. Искренне желаю счастливого пути и скорейшего возвращения. Ах да, и лампочки не забудь. Лампочки? Что? Какие лампочки? Так, найденные предметы. Бензин, книга, телефон, старый монитор, клавиатура, картина, игрушка, связка книг, часы, детали оружия. Такое чувство, что прошлое DLC обрубок, как когда-то в овере закидывают в уже начатую катку. Но там просто одна миссия. Типа вот одна миссия, это и есть DLC. DLC это ж... Всегда не полноценная какая-то игра, а этот самый... какой-то, да, обрубочек. Так, я сейчас хочу кое-что глянуть. Ну-ка, где оно? Вот это вот оно, да? Кекве. Может быть, надо как в старой... Ага, вот где оно записывает последние 2 минуты. Поняла. Понял, принял. Хорошо, хорошо. Так, сейчас мы вот это все закроем, закроем, закроем. Я там шорцев столько понаделала с метро на YouTube. Это прям вообще ахтунг. Прям вообще ахтунг. Кто фоллоу прожимает? Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Так. Ту-ру-ту, эти ночи, ту-ру-ту, между прочим... Мы зажрались и привыкли к доп-контенту игры размером с основную игру. Да я бы не сказала, что зажрались. Ну, слушай, в каких играх DLC выдавали в таком масштабе? Мне кажется, не было такого. Ну, я не знаю, не помню, чтобы столько было. Так, это все мы прочитали, телегу закрываем, это закрываем, это открываем. Ведьмак. Но Ведьмак там тоже, слушай, не сильно много. Там просто один длинный квест, и все, не более того.
Вот Horizon, да. Horizon был большой DLC, было прям отдельная часть карты, отдельные сюжеты, доп. Сюжеты, отдельное оружие, броня. Да, вот Horizon большой DLC выпустила. Ну, Ведьмак можно тоже плюс-минус сказать, что хорошее DLC. Ну, а какие еще? Больше ж никаких не было. Так, сейчас одну минутку, мне надо аудио Машки записать. Я тут. Так, блин, а что же делать? Подождите, нужно якобы выкупать все. А за что выкупать-то? У меня ноль. А это нормально, что у меня ноль? Ёпарасоте. Ух ты, новичок. Привет, меня Бар зовут. Бара? Меня Су, привет. Бара, Барабека, тебя, значит, это ты? В нашу смену загнали. Ну ясно его, Гришу же сожрали. Ну раз Гришу? Так, можем дать пару советов. Да, даже три. Ну давайте. Три правила выживания. Точно, первое правило. Оно же главное. Фильтров на поверхности не найдешь, не надейся. Так что, сколько с собой фильтров взял, столько и проживешь. Всегда запасайся так, чтобы на обратный путь хватило. И с запасом. Второе. Шлюз ведет в канализацию. Из нее можно подняться на поверхность в разные части библиотеки. Пока только в одну. Но поиск других выходов — это как раз одна из твоих задач. Точно. Так что-то мне кажется, вот этот DLC будет большим. Тоннели мы пока особо не изучали. Так что ты там смотри по сторонам и запоминай входы и выходы. Ну и третье. Дрон, видишь, а ты на тут? На столе у шлюза коробка с лампами. Бери с собой. Питание мы там восстановили, а вот лампы заменить руки не дошли. Так что ты, брат, как идти будешь, вкручивай по дороге лампы. И ориентироваться будет проще, и уютнее маленько. Домашняя обстановка, все дела. Ну и не забывай пополнять запас ламп, когда будешь на базе. Ну, удачи. Спасибо. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Было бы, конечно, хорошо, если бы все-таки мне... дали то, что у меня было в основной игре. Ну ладно. Так, не забывайте покупать фильтры, патроны и аптечки. Нести не более 5 предметов. Защитный костюм позволяет ходить по радиоактивным местам. Всегда можно найти короткий путь на базу. С каждым купленным фильтром их цена повышается, так что не накупайте слишком много. Испытывайте новые зажигательные патроны для дробовиков. А повредили маску, вы всегда сможете заменить ее на базе. Найденные предметы отображаются в блокноте. Вперед! Чтобы сохранить игру, отдохните на станции. Не забывайте покупать фильтры. А, все это уже не то. Правда, я не взяла фильтры, я хз, что делать. А! Бабай. Лол, а куда они? Куда-то убежали. Так, тут закрыто. А какой блокнот-то мне нужен? Я что-то не вдуплила. Подождите, а как... настройки, управление, клавиатура, инвентарь. Так, противогаз, фильтр, фонарик, зажигалка. Журнал, аптечка, ПНВ, часы, оружие, передвижение. Да нет. Рома, привет. Раньше DLC были коротенькие или вообще шмотки, и все это в современных расширили условно-сюжетную линию? Да? Да ладно, а на сталкера вроде не это самое? Не... Как его, Господи Иисусе? Сейчас, секунду, я свернусь. Оно, я как бы сворачиваюсь, оно залагивает. Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Так, ну-ка, сейчас вот здесь еще сделаем. Так.
Так, почему на русском? Ага. Ага, есть. Так. Ай, нет, не то. А вот это копировать. Ага. Ну, должно работать. Не знаю, правда, насколько оно сработает. Да, заработало. Все, супер. Так. В ассасинах последних, да иногда... Блин, я хочу в ассасинов поиграть. Мы ж так и не закончили. Но у меня столько долгов. Что это, блин, хз. Вань, ты почему меня не любишь, Вань? Мне грустно, когда ты меня не любишь. Так, сейчас, подождите еще секундочку, чат. Я что-то вообще не собранная, пипец. Так, значит, мы сейчас сделаем вот так. Вот так. Это сворачиваем. Привет, Вань, привет, привет. У нас сегодня все поздно будут, так что... Так что сидим в узком кругу, так сказать. Так, ну, по крайней мере, те, кто чатерсы. Так. Опять не пишет почему-то последнее сообщение. Почему она не пишет последнее сообщение? Ну-ка, а если настройки ВК-плей, имя канала... Вот такое вот. Нет. Да ёпрасоте. Вот такое канала. Включить, применить. Окей. У меня еще больше чат поломался, да? Не, нормально вроде. Вызываем бригаду лего-сборщиков на сборку стримеров в кучку. Да, да я что-то... Я уже реально... Знаете, у меня столько соцсетей, и я все веду сама. Я такая сижу и думаю, господи, как же мне хочется, чтобы у меня был шейх или два, чтобы я могла себе оплачивать людей, которые будут мне вести мои соцсети. Вот. Так, я так и не поняла, какой... Какой... Где блокнот? Хоккейная болячка сегодня. Ты тоже будешь луркать? Да нету никакого блокнота. То есть это походу на память, типа. Что запомнил, то и будет, да? Ты зачем убрал это? Скелмер, здравствуйте. Так, тут закрыто. Тут ничего нет. Я так поняла, это DLC для лутеров? Ты дурак! Извиняюсь, многоуважаемая Писа. Ты дурак! Ты зачем меня пугаешь? Кошмар! Спасибо большое, Ванечка, за 3 троечки. Спасибо за поддержку. Господи Иисусе. А вы говорите, я не пугаюсь. Осталось, ну давай, давай.
отстаньте от меня, дураки. Ой, бляха-муха. Амонари, здравствуй. Тут внезапно было по канонам хорроров. Ну да. А что я опять? Я что-то поднимаю, я даже не знаю, что. Она даже не пишет, что я поднимаю. Так, на каждом трупе, я так поняла, патрончики лежат, да? О, канистра, канистра нам нужна. Рюкзак полон, понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Ой-ой-ой, видимо, сюда пока еще нельзя выходить, да? Как DLC, какое по счету? Второе. Мы сначала пошли в первое, которое ты написал. Оно что-то вообще коротенькое было. Мы просто базу защищали. Вот. И сейчас пошли во второе. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Вот. Здесь, я так поняла, мы типа ищейки или сталкеры. Я не знаю, что там сталкеры делают. Мы же не играли в сталкера. Вот, и, короче, нужно искать какие-то вещи и приносить на базу, я так поняла, за это мне, наверное, что-то будут давать, я не знаю, вот. Да, игру, основной сюжет мы прошли вот буквально вчера, вот, я на плохую концовку прошла, к сожалению. Вот, и у нас ребята накидали, у нас тут вот, как бы, 6 стрим, а, даже не 6, 5, 5, сегодня 6 получается. Вот, давайте я, наверное, сейчас это изменю. Вот, у нас получается... Блин, я что, обожралась, что ли? Осталось, получается, 5 стримов. Вот. Я раньше не знала, что это донат-скример. Просто я раньше смотрел другого стримера, и там этот донат был обычный. Тут просто в зависимости от того, какую громкость ты ставишь. И у меня он просто резко начинается, он сразу начинает орать. Вот, соответственно, у меня он стоит как стример. О, как стример. Как скример, но типа маленький. И здесь очень большой шанс, то, что ты не попадешь в тайминг, либо я не буду пугаться, либо еще что-то. Это такой маленький. Типа, а тот, который вот прям очень сильный, ты хочешь очень сильно испугать, это вот уже который за 4 тройки. Так, ребятушки, вот вам телеграм-канал. Я его сейчас закреплю. У нас там голосование на воскресные игры со зрителями. Вот, там есть анонимный опрос по поводу того, какую игру пойдем играть со зрителями. Пока что лидирует этот самый Гуси. Там две игры надо будет выбрать. Вот, большинство пока что за Гусей. Еще есть Лига Легенд, Джекбокс и... Так, Стелларис и Даунтлесс. Вот, вот такие вот игры там есть, предложки. Если хотите что-нибудь свое добавить, какие-нибудь выживачи, я буду не против. Тем более там в Верайзинге вышла новая обнова, можно было бы поглядеть с вами, у кого есть игры. Можно Конана предложить, можно этого самого, господи, во что мы еще играли? Форест, вот, короче, не стесняйтесь, вот, и там в закрепе висит анонимный этот самый бот, анонимный вопросник. Вы заходите, запускаете его и строчите, что вам надо. Вот. Лол или ТФТ? Именно лол, не ТФТ. ТФТ никто не предложил, на удивление. Гусей у меня нету. Их можно установить, это бесплатная игра. Нос перестает дышать, что-то капец. Бункер взорвала? Какой бункер? Да, я взорвала. А ты что, не был вчера, что ли, на финале? Так, сейчас, секундочку.
Сейчас, секунду, надо ответить Машке. Меня просто человек один обидел, так сказать. И я жалуюсь. Вот, это один из стримеров. Он мне не помог, когда я просила. Но когда я ему помогала и говорила там определенные плюшки для развития, там как лучше сделать, он всеми воспользовался. Представляете? Вот. Я такая, типа, у ты сюка. Вот. И мне, короче, мне теперь обидно так, пипец. Думаю, вот ты падла. Не буду больше никому помогать вообще никогда. Хотя, ладно, никогда не говори никогда, да? Вот. Вот. Видела, я ответил тебе на вопрос, на какой. Я убег. Давай, Ром, ты вернешься? Получается, не стример, а аж создаемое слово на Твиче. Ну, вот так вот, да. Просто самый прикол, знаете, когда я советовала этому человеку там, то попробовать, человек такой, ой, да нет, да ну, да ну, да зачем, да нет, да я сам, да я вообще, у меня все будет чики-пуки. И тут бац, 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 смотрю, а человечек оказывается-то и не сам. В Дисе ответил насчет игры. Да, я видела. Но я еще пока думаю. Так, ладно, поехали дальше. Поныло и хватит. Так, а где мы? Что мы делаем? А что я с них собираю, я понять не могу. Патроны? Спасибо за помощь. За нами должок. Конечно, должок. Погнали! Я теперь никому просто так помогать не буду. Я буду меркантильной мразью. Так что с ваш должок. Блин, у меня уши закладывает. Просто жопа. Не понимаю, что за фигня. Даже своему верному пёселю не будешь помогать? Ну ладно. Но только потому, что ты меня никогда не предавал. Еще. Еще пока что не предавал, да. Так. А чё, я вернулась на базу, что ли? Ну да. Окей. Ведь и там остался досмотреть. Все, иди смотри тогда и возвращайся. Спасибочки за фоллоу. Оу-оу-оу. Так, здрасте. Мордасте. Привет, привет и еще раз привет. С радостью полюбуюсь результатами экспедиции. Так, так, так. Горючее. Очень недурно. О, история древнего мира. Весьма актуально. Так, так, так. Не представляет ценности. Сегодня ты превзошел самого себя. Великолепная работа. О, 128. И соответствующее вознаграждение. Кстати, об экспедициях. Между выходами на поверхность рекомендую хорошенько отдохнуть. Это значительно повысит твои шансы на выживание. Так, а мы все отдали, да? Походу, все. Все еще впереди. Самый близкий пес, самый коварный предатель, потому что ближе к удару находится. Да, я полностью согласна. Только пора сейчас тебя душнить начнет. Ой, я потратила. Блин, жопа жопская. Так, а сколько вот это? Молодец. С почином. Так, сдавай, что принес, и ко мне. Продам тебе фильтры и патроны. Драться с библиотекарем без такой брони, считай, без шансов. Библиотекарем? Но
по рукам. О, лампочка, свет. А зачем, правда, я не поняла. Ну, ладно, пускай будет. Так. Что у нас дальше? Там надо картину пойти забрать, да? Ой, надо надеть тучку, брючку. Так, вот здесь лампа, да? Да, окей. Так, вот этого я лутала. Вот это все, кроме этого, лутала. Не понял. Что-то не работает, что ли? Так, сейчас мы быстренько тут проверим. Так. Картина. Сюда свет включим. Вот это полутаем. Это мы смотрели, вот это мы смотрели. Так, тут ничего, да? Так, но это заход обратно. А на улице, типа, нужен радиоактивный костюм, да? Я правильно поняла? Ой! Я сейчас умру, походу. Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе. Нет? Нет, пока не умираю, нормально. Пока что не умираю. Так, я могу, конечно, пойти дальше. Могу пойти дальше. Но я боюсь, у меня радиация жахнет, нет? А не близких, охота, распятие, осиновый колд во все места вогнать. Хочу быть Каллистой. Вотька, привет, ты дома? Нет двери. Меня туда не пускает. Туда мне нельзя. А тут есть что? Нету ничего? Нету ничего, окей. Так. О, Мишку, Мишку надо забрать, да. Так, все, все, обобрали трупики. Что, опять у базы? Тебя в добром здравии. Дети оценят. Красота. Так. Молодец. Славно потрудился. Дальше связка книг, часы, детали оружия, очки, велосипед, икона, инструменты, плакат, чемодан, лекарства, рисунки, кукла, тарелка, модель кристалла, заметки ученого, шлем сварщика, балалайка, светофор, научный труд, терминал, запчасти, динамик, карта метро. Доброй охоты. Мне нужен костюм защитный. А как от радиации защищаться или никак? Полезная штука. Так. Калаш купили. Давай затюнингуем его. Блин, не, слушай, что дорого в жопу тюнинговать. Купить костюм можно.
Но не вот этот. У меня денег уже не хватает, да? Местами на поверхности радиация такая, что без этого костюма 200 стоит. Нечего. Никаких фильтров не хватит. Я потратила бабки. Значит, пока что без этого самого всего. А вот это что? Ой, это я куда-то вышла. Или это я отдыхать? А, это я отдохнула, типа. Понял. Кто фоллоу прожимает, у того пишет. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Так, но фильтры мне пока не нужны, патроны. Ну, давайте попробуем патроны. Так, по трошке. На калаш, наверное, нужно, да? Все, максимум. Так, потопали. Ага, да-да-да, прапор, не ты такой, работа такая, конечно. Там урчит, тихо. Тише будьте. Господи, я испугалась. Мне кажется, я не на то деньги потратила. Мне нужно было костюм сначала покупать, короче. Вроде все. А тут нету, куда лампочку ставить? Не вижу. Ай-яй-яй, ах ты козел! Я же просто на тебя смотрела, пес. Так, а если в канализацию пойти? Так, тут тупик, да? Что там, садятся батарейки? Блин, да нет, не то. Что за котик тебе начал там слать голосовые? А мы тут были? Мы тут не были. Это что-то новенькое. Только мне кажется, мы в библиотеке, и на нас сейчас библиотекарь нападет. Нет? Ты! Мразь! Пиши отсюда! Пугает меня.
Но они, кстати, тут не сильно нападают, на удивление. Ах ты, сучара! Что с ним, я понять не могу, лол. Шел в жопу. Убью нахрен. Хотел Тёме сапку купить. Ни один патлоб банк смс-ку не присылает. Какому Тёме? Так. Я тут все сделала или нет? Так, тут какой-то выход. Я отсюда вышла? Да, я отсюда вышла, походу. Так, есть наверх. Ну, давайте наверх поднимемся. Там дверь какая-то. Там дверь какая-то, да? Тут за дверью рычит. Не хочу дверь открывать. Ай-яй-яй, падлы. Падлы, 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 падлы. Падлы, не трогайте меня, падлы. Который в метро? Я не розумію. Та ёбар СТ. Летающие эти, блин, фалосы. Колебали, не трогайте меня, сказала. Спасибо за фоллоу. Ай! Ой, бляха-муха! Ой, хана мне! Ой, хана мне! Ой, хана мне! Не, нормально все, живу. Да в жопу тебя. Господи. Стрельни в них? No. Почему тут вроде всегда было открыто, а теперь закрыто? Встречи. О, сколько всего. Молодец, молодец. Велосипед. Вот это находка. Очень, детали оружия, где я их нашла. Должен сказать. Ну вот и твое вознаграждение. И все? Блин, а сколько еще раз у меня там денег? 153. Хватит мне на костюм или нет? Нет. Поняла, спасибо. Так. Отлично. Ты чего не убиваешь врагов? А их надо убивать, да? Ладно, буду знать. Не хочу ничего продавать. Thank you.
падла. Зачем лампочки вставлять-то? Не понимаю. Ой, водка. Ой, водка. Осуждаю тебя. Я подхожу, Е нажимаю. Это я их типа облутываю или я их добиваю? Что-то не понимаю. Гадина. Очки, икона есть. Я все облутала, вроде все. Ой, Скелмер и Румата. Все, короче, пора записывать вас. Давайте, у вас есть 5 минут извиниться. Если нет, мы вас записываем. Жесть. Сифис, здравствуйте. Вы чей-то ренейм? Жаль, это однозначно жаль. Слушайте, ну у меня столько патронов, и при этом стрелять мне нечем, кроме как вот этой пушкой. Сколько у меня там времени? Минута. А я могу поменять фильтра? Могу. Благодарю за фоллоу. Добро пожаловать. Это не патроны, а деньги. То есть я много-много денег собрала здесь, да?
И мне хватит на сет наконец-то, да? Или привет, как прошло основное? Да, да, вчера прошли. Привет, привет. Плакат, здравствуйте. Так, ну это дальше библиотека. И там радиосъем, да? Нет, это на... Ну да. И тут чувак, с которым драться. Но еще рано, наверное, с ним там. Так, что у нас тут? Это шорткатик, да? Да. Так, ну я, в принципе, все тут лутанула. Тут только выходить. Какая концовка? Плохая, плохая. К сожалению. Так, ну тут радиосъем. Так, чат, у меня вопрос. Вот сюда, если выйду... Меня тут босс растерзает, да? Да кто там урчит? В животе урчит? А чё они сказали, если куда-то выйти во двор, да, можно? Вроде так было дело. Ещё будут? Нет? Жалко. В окно можно выйти? Осуждаю. Осуждаю. Мы таким не занимаемся. А, вот эти двери я не открыла. Или они не открываются? Они не открываются. Понял, принял. Так, ну что тогда, идем покупаем противорадиационный этот, да? Сетик. Так, 195, кстати, у меня. Так, ну что, никто не извиняется? Я думаю, пора записывать вас всех, да? Пора вас всех записывать. Пора-пора-порадуемся на своем веку. Ваше здоровье. А, вот, вот учитесь у Юрмурга... Ой, можно я тебя буду Йориком называть? У меня такие проблемы с ртом, и мне каждый раз сложно выговаривать Йормунган. Надо нос закапать. Капец, не дышится. Так, ну что, поехали, поехали. Джаспада, я с тобой здоровалась или нет? Привет тебе. Так, для начала года водка у нас был. Водка. У тебя второй плюс. Второй плюс, да? Так, так, дальше Румата. Румата тоже второй плюс. Скелмер. Скелмер четвертый плюс. Так, 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 так. Прапор, ты у нас вот здесь. Так. Где ты тут? Так, прапор, у тебя было 50 минусов, насколько я вижу. Теперь у тебя 49 минусов.
Так, Артём, Тёмочка, кушу тебя за попочку. Я тебя уже записывала раньше или нет? Ой, что? Шёл чат. Может, я тебя записывала по старому никнейму? Потому что я тебя что-то не вижу. А я не помню уже твой старый никнейм. Я помню только душа волка. Вот эту я помню. А какой еще был? О, дедуля красавчик. Солнышко мое. Ротом, да, у меня проблемы. Блин, а к чей это ренейм, я понять не могу. Сизиф. Чей у тебя ренейм? Не могу понять. Чатланин, ничего себе. Так у тебя и этот, и прошлый ник был классный. Что ты его сменить решил? Если по Desired записывала, значит, записывала. Desired, так это ты? Эйнейм сделал? Подрастает. Я думала, меня Desired бросил. Вот, Desired есть. У тебя был один плюс. Получается, вычеркиваем. Вот это попереименовывается и шифруется потом. Все, ты чистый, если что. Куда я от тебя денусь? Вот-вот, да. Меняют тут ники как перчатки. Да, спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Так, дедулю мы не записываем. Так, Йорика мы записали. Румата, мы тебя записали? Да, мы тебя записали. Так, ладно, короче, давайте Артема тогда запишем заново, наверное. Потому что что-то я его не вижу тут по списку. Так, поехали. А, так подожди. Desired. Ты уже под новым ником записан был. И под старым, и под новым. Ну ладно. Короче, я тогда Desired вычеркиваю. А под новым ником ты будешь вот тут, и у тебя один плюс. Вот. Вот так вот. То есть у тебя было два плюса, один мы вычеркнули. Так. Та-ра-та-та-та-та-та. Что мы, кого мы не записали? Артема. Так. Артем. Четыре. А что твой ник, кстати, значит? Death. Death. Так, первый плюс тебе. Инферничек. Чек. А где ты есть, Инферно? Лол. Ты не вижу тебя. Господи Иисусе. А, может, ты уже в новом? Да нет, вряд ли, наверное, в новом. Нет, в новом только Ерехон, Мазила, Прапор и Дас. У Даса, кстати, бан близко. Так, а Сарус там отсиживается. Хи-хи-хи. Прапора нужно 10 минусов забирать, не любовь. Почему это? А Артём это душа волка? Может быть, не знаю. Но мне кажется, что да. А у него потом еще был какой-то никнейм, но я не помню уже. Мы не шифруемся, ты просто не спрашиваешь, мы не отвечаем, потому что не на что. Ну, логично. Чекуджин, 99, боже, какой красавчик. Ну, 1% не хватило, да, ставим тебе минус, итого у тебя уже 3 минуса, поздравляем, да. Так, ну, Инферно я так и не записала, где он есть? Он же где-то здесь был.
Жваха, кстати, скоро будет перемещаться в новый этот, в новый блокнот. А еще представляете, короче, сидела я тут у своей подружайки, у Чаечки, на этом самом, на стриме, она там глиномесит немножечко, вот, и это самое, увидела я там своего давнешнего ферст-саба, и думаю, ах ты, собака сутулая, он ко мне не приходит уже давным-давно, думаю, ну ладно, флаг тебе в жопу, не приходишь и не приходишь, да? Так он со мной там еще и здоровается, вы представляете? Я от такой наглости просто опешила. Думаю, ах ты, гад, вообще. Ой, так, блин, слушай, Инферно, ты куда запрятался? Я не могу тебя найти. Что за прикол? Вот это приколюха. Вот это приколюха. Вообще тебя нет в списке. Да что ж такое? Мне нравится это имя. Хотел даже поменять в паспорте, но потом вспомнил, что это Гемор. Так хоть тут сменю, поставлю. А цифра и вторая часть — отсылка на любимого персонажа из любимой Darksiders 2. Кстати, я хотела поиграть в Darksiders. Мне еще Глюша советовал его, когда сам играл. Слушай, Инферно, это вообще прикол. Ты куда-то ускользаешь, я тебя не вижу. Чё за прикол? Меня там нет, я второй раз только. А, ну все, значит, мы тебя записываем. Все. Попался тот, который кусался. Так. Пер. Ник. Плюс. На тебе. Вот так вот. Главное, чтобы в Darksiders 2 исправили баг, который был у всех, когда игра зависала на одном моменте почти в начале. Ну, слушай, игре уже сколько лет, я думаю, исправили. Там же вроде уже третья вышла, не? Умен, а имен у меня как у легионов много было, все не вспомнишь, это да. Так, я пойду носик пшикну, а то мне что-то дышать вообще трудно. Сейчас буду. Ой, я пришла. На тот момент в игре много времени было. Чего? А, на тот момент, поняла. Ну, посмотрим. Нам бы еще дойти до туда. Туда, блин, времени пройдет много, пока мы дойдем. Не помню никакого бага, на котором зависал. Ну, это же хорошо, когда не помнишь. О, чатик, у меня вышел шортс. У меня вышел шортс. Я хочу с вами им поделиться. Вот, посмотрите. Это как мы проходили метро. И все тому подобное. Во, почему стример не в сети? Что за бред? Так, поехали. Я не полностью прошел игру на 80% примерно, потом меня задушнило, и еще ПК тогда в ремонт таскал, на нервах разбил моник. Ни хрена себе, у тебя нервишки шалят. А мы что, на базу идем или куда? Я не помню. А, точно, нам надо костюм купить. Чего? Ой! Да я сейчас умру вообще-то! Какое. Зато денежек чуть-чуть подзаработала. Хорошечно как, а? Только не всех добила, правда. У меня самый домашний, походу, вот этот пестик в упор. Он а-ля дробаш, что ли?
За антирадиационным костюмом собралась? Да, да, да. Это я. Я собралась за антирадиационным костюмом. Да. Так, надо взять вот эти малышки. Угу. Так. Нравится же мне эта база. Тут какие-то перестановки. Мужик, я принес. Изумительно. Будь там поосторожней. Пригодится. Не особенно полезная вещь, честно скажу. Поразительно. Как ты все это дотащил? Держи. Так, хорош, дали. Так, костюм. Идет. Все. Надела. Все, костюм есть. Это все бурная молодость. Сейчас я реже нервный и агрессивный, так я спокойный. Ой, у меня то же самое было. Короче, у меня, я помню, был прикол. Я из-за игр становилась очень... Ну, я и так такой человек. Это я вот с вами, если на стриме, я могу сюсюкаться. Хотя на самом-то деле я очень властная и очень эмоциональный человек на самом-то деле. Хотя пытаюсь себя сдерживать. Вот, и короче, а я сняла... Нет, не сняла. Я его не надевала. Вот. И меня, естественно, выбешивали. И я все эти эмоции, естественно, показывала. Я ничего не сдерживала никогда. Типа, какого хера вообще? Меня бесили игры, бесили люди. Я могла нагрубить. Вот. Но только в интернете, не в реальне. В реале я абсолютно воспитаннейшим человеком всегда была. Вот, и что-то меня настолько все выбешивали в интернете, что просто жесть, короче, особенно в силу того, что я изначально стримила игру Prime World, там было очень много неадекватных людей, вот, там были нормальные, но нормальные зачастую не писали никогда, вот, зачастую, говорю же, зачастую, вот, и из-за того, что вот там вот, вот так вот общались, я общалась с ними на их уровне, вот так было проще. Вот, и, соответственно, я была, ну, неадекватным вообще человеком. Здорово, Литыч. Вот, да, я была злая. Я была злая, вот, ну, потому что у меня шло расхождение. Меня всегда воспитывали нормально, ко мне нормально относились. У меня даже вот на районе и соседний район, у нас там было много чуваков, которые там какие-то быдло, там, ну, не то чтобы они наркоманы, но они, короче, такие непонятные, мутные типочки какие-то, да, но они всегда ко мне относились с уважением, они всегда нормально общались, они мне никогда ничего не делали плохого. Зато как только ты зайдешь в интернет, тебя мат-перемат хуями покроют, еще там что-то сверху накинут говнеца какого-нибудь и типа давай, шуруй там во все известные и неизвестные места. Вот. И из-за этого я очень сильно злилась, потому что я не понимала, как такое может быть. Вот. И как бы я очень много ругалась. Я очень много ругалась, но все равно мне с пацанами было намного комфортнее, чем с девками, потому что девки в интернете были еще более неадекватные, чем пацаны. Ну, или мне так везло, я не знаю. Вот. И в итоге, получается, с Prime World я попрощалась. И то... Нет, сначала как? Я вот, я играла, там, я еще, кажется, не стримила. Или постримивала, ну так, иногда. Вот. И я, получается, что-то это... Я очень сильно злилась и ругалась с ребятами там. Вот прям, ну, очень сильно злилась. И у меня тогда парень мой как раз из игры, он мне прям запретил, говорит, ты больше не заходишь на Twitch, вот, месяц. Господи, каким добрым, пушистым и ласковым человеком я стала. Это было что-то с чем-то, короче. Вот. Но потом опять у меня случилась такая фигня. Это периодически случалось. Я не знаю, это ПМС было или что это было. Вот. Я была модератором у Кулера. Это киберспортсмен по Квейку. Его, может, многие знают. Еще в бородатые 90-е вроде был. Вот. И он начинал стримить Overwatch. Я не знала, кто это. Я просто у него постоянно сидела. Он меня сделал модератором. И тут вся моя властность вошла в обиход. Ход, типа, ха-ха, я там рвала и метала просто направо и налево, но только по правилам. Только если оскорбляли меня, оскорбляли стримера, если был мат, там у стримера был четкое правило, никакого мата в чате. На стриме, типа, он мог поматериться, а в чате нельзя было. Я не знаю почему, но вот у него такое правило было. Вот, привет, Альян. Естественно, спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Вот, и естественно, я, короче, это...
Я банила всех, все говорили, что я неадекватная, все ходили на меня жаловаться. Я прекрасно понимаю, что он, как стример, потерял из-за меня очень много своей аудитории, потому что они ругались со мной. А я там, ну, типа, меня вообще, типа, не трогало никак не это самое. И даже ходили люди на меня жаловались, катали жалобы. А он говорит, типа, ребят, извините, как бы она исполняет свою роль. Вот, как-то так. Ну, короче, у нас там такие скандалы были, такие просто жесть. Я там ругалась нахрен со всеми, со стримерами, модераторами, зрителями. Со всеми, короче, я ругалась. Одного чувака лишили модераторского меча. Это, кстати, кто его помнит, это тот, который сидел на моем канале потом тоже. TSM Rocket. Мы с ним вместе модерили у Кулера, вот. Только мы с ним что-то разругались, вот. А Рокет, он такой, он тоже импульсивный молодой человек, вот. И Кулер встал на мою сторону. Он лишил его меча, короче. Тот обиделся, ушел. Вот, и потом тоже со стримером, с одним было такое, но там стример какой-то был неадекватный, какой-то он школьник, что ли, все время оскорблял меня, я не знаю, может, это у него заигрывания такие были. Потом с какой-то девкой тоже у меня были разборки, я уже не помню. Ну, короче, разборок было дохрена, и вела я себя максимально неадекватно, я вообще речь свою не подбирала, я всех оскорбляла. Особенно я уже тогда стримить, ну, начинала потихонечку, у меня там был свой стак, типа, 10-20 человек на то время. Вот, мы стримили прям до ночи, мы играли в Overwatch, я играла за саппорт, мы тогда играли с Глюшей, с Юпи, вот, но Юпи уже на стриме нет, вот, и мы играли, нам было классно, но, естественно, это ранги, это шутер, мы бомбили, вот, мы добивали мастера, у меня там что-то жопа горела, вот, но было классно, но мат стоял отборнейший, даже когда меня рейдили там, типа, когда меня рейдил Хованский, было все нормально, а вот когда меня рейдил Мэдисон, там типа столько говна на меня вылилось, это просто же, причем сам Мэдисон ничего особо не сказал, а его зрители просто меня с говном сожрали, вот, а там еще многие зрители Мэдисона, естественно, смотрят Кулера, и я, ну, у них там типа то на то сошлось, ой, боже, и меня потом, меня потом прозвали Хабалкой, короче. И, ну, потому что человек заходит 2 часа ночи, мы в ранки доиграем, у меня горит жопа, там такой трехэтажный мат стоит. Ой, короче, веселые времена были. Вот. Но сейчас, кстати, я не такая, на удивление. Меня могут вывести, разозлить, но это настолько точечные эмоции, то есть, что как-то... Мне, видимо, нужно выплеснуть это, и потом у меня проходит. И потом я вообще забываю даже, мне вообще насрать, кто там мне что говорил, кто меня как обижал, как я обижала, мне вообще насрать. Вот, и да, но раньше это было жесть, конечно. Раньше я была не очень хорошим человеком, я бы так сказала. Но я изменилась, на удивление. Не знаю, что произошло, кстати, в жизни у меня, что я поменяла так все это. Даже не знаю реально, о чем. Ты такая властная? Да. Я очень властная, я собственница. Я знаю себе цену. Я хорошо воспитана. Короче, я вообще классная. Вот. И... Но капризная. Капризная просто. Ну, короче, блин, я не очень хороший человек, на самом деле. Вот, как-то так. Так, мне нужно купить этих самых... Отлично. Раз, два, три. А фильтров сколько у меня? А как посмотреть, сколько у меня фильтров? Три минуты? Маловато будет. Давайте фильтров купим. Фильтры дорогие, но без них на поверхности никак. Так что... Ну, по рукам. 13 минут, окей. Так, надо бы, наверное, здорово, поспать, покушать. Да? Подожди, у меня еще есть деньги, я могу тюнингануть что-нибудь? Ну-ка, тюнинг. Дима, хватит мне писать в личку. Пиши в чат, блин. Ой, хочу вот этот дробаш, блин. А мне не хватает денег, да? Соответственно, чтобы вот это было. М-м-м.
подонок. Револьвер, дуплет, калаш. А, да кто там визжит? Так. Все, идемте отдыхать. Подождите, а что здесь? Ну, будь здоров. А стулья? Стулья складные, помнишь? Электричество отключалось все время. Ага. Помнишь, тогда ублюдка я Ашота. И что я буду делать, если у меня патроны закончатся? Ванечка, со всем уважением. Совсем другое дело. Это точно. Не жизнь, малина. На ублюдка и калаша одни патроны. То есть вот этот, да? Дайте мне бант, зачем? Нет, ну вот я и вот это продаю. Блин, 16 патронов, говно какое. А у меня, мне не хватает денег. Ладно, так, идемте отдыхать, короче. У меня чего там? 3 аптечки. Можно, наверное, докупить аптечек 2. Отлично. Вот так вот. Счастливо. Это мой тип. Люблю властных девушек. Вот такой я с ебанцой. Люблю еще, когда они злятся. Мне от этого приятно. Может, поэтому я еще не ушел отсюда? Может быть, да, может быть. А кто там хрюкает? Блин, прапор, это ты? Ой, шест. Потанцуем. Привет. Здорово. Так, а мы сюда привет, все? Привет, привет и еще раз привет. Чемодан, лекарства, рисунки, кукла, тарелка. Окей. А второй костюм сколько стоит? Наверное, так же 200. 225. Визита, уж прости, наша контора не предоставляет. Зачем лампочки, я не поняла. Плетки не хватает? У нас есть плетка, но она больше для модераторов, наверное. Вот так вот. Кстати, если кто хочет, на этом самом сделала стрим на ВК Play Live. Вот. Но мне, конечно, удобнее, если вы будете на Твиче сидеть. Я там чат могу не читать. И тут БДСМ. Ну, с легкими наклонностями. Так, поехали. Куда я ходила в прошлый раз? А, мне нужно было по лестнице, да? По лестнице наверх. Нет, подожди, не сюда. Или сюда. Блять, у меня глюкануло, что тут тип какой-то. О, господи, так можно усереться. На ВК кто-то сидит, кроме ФСБ? Ну, кому-то будет удобно. Там вроде как качество получше. Вот. Хотя я бы на самом-то деле, если бы стримила, то лучше стримила бы на YouTube и на Twitch. Вот. Но... у меня это самое... У меня на YouTube запись будет. Я себе настройки новые поставила, офигенские. А, это вот шорткат, типа, лол. Прикольно. Только я не поняла, я же в костюме, почему мне трещит? Я же вроде... костюмчики.
так, все нормально. Ох, эти байки про ФСБ, все что угодно придумывают, потому что не нравится платформа. Ну да. Да блин, я вообще такого мнения, что типа, чего бояться ФСБ, если ты ничего плохого не делаешь? Кто там хрюкает? Не хрюкай. Где он, наверху или что? Понять не могу. Я не понимаю. Так, ну тут лутать много. И тут драться тоже, да? Здорово. Ой, ты где? Твою мать. Чё он не нападает? Они какие-то как будто баганые здесь. Лутаемся, пока он там где-то бегает. Я не ту кнопку нажала, ладно. Ну давай, прыгай ты. Все? Видимо, все. Так, ну вроде как все полутало. Так, надо еще с другой стороны, да, полутать? Сколько у меня там времени? 4:20, да? В общей сложности у меня было 13 минут. Так, это уже 3, да? Из того, что мне надо найти. Вообще, давай попробуем вот так сделать. Спасибо за фоллоу. Да ну, патроны только зря трачу. А его можно убить, нет? Или я зря время трачу? К пристолу к бедной птичке. В смысле бедной. Ну хотя ладно, она на меня не нападает, действительно. Чего я ее трогаю? Так, дверь не открывается. Значит, идти прямо. Сверху что-то трогает? Нет, вот это не потрогать, да? Окей, окей, окей.
Да почему? Так, сколько у меня там? Да нет! Руина! Тропик, здорово. Так, это закрыто, да? Сюда не путькает. Ой, оказывается, если по ним стрелять, они прям на совсем что ли убираются? Так. А вот это не открывается? У вас там какое-то очень интересное обсуждение. Мне хочется глянуть, но я не хочу. У меня времени мало. Тут внутри пес этот, да? Как же он рычит-то? Так, ну тут еще куча всего. Предлагаю пойти отнести эманатки. Все манатки относим. Блин, еще бы вспомнить, куда идти на самом-то деле. Так, вроде сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Так, стоп. Чтоб стол не потрогали. Это все потрогали, да? Так, валим отсюда. Валим, валим, валим. Валим, 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 валим на гелике. На-н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 а. Так. Пить, пить, пить. 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 То есть я уже запомнила, куда идти. Или нет, или не запомнила. Так, пусть лучше там летают, окей. Захотят нароют инфу, а тебе по-любому, конечно. Просто боятся прослушки и еще чего-то в наше цифровое время. Глупо как-то. Если только отрубишь все и замуруешься отшельником в бункер. Да не в бункер, скорее, наверное, а в куда-нибудь в лес, в тундру. Вот там, да, где связи нет, где только это спутниковые телефоны работают. Это определенно пригодится. Есть некоторые правила цифровой гигиены в интернете. Это связано обычно не про то, что на меня что-то нароют, а лишь с распространением личных данных. Ну, блин, мне кажется, если ты не какой-то человек известный или не из госструктур, то тебе типа вообще пофигу должно быть, уйдут куда-то твои личные данные или нет. Мне, пока я не стала стримером, вообще типа было пофиг. Но единственное, меня типа научили в соцсетях или еще где-то никогда не подписываться настоящими именами. Не знаю зачем, но это мне какой-то полковник посоветовал, когда я еще в Украине жила. Вот. Это тетин знакомый. Еще в детстве он, мне кажется, это говорил. Вот, когда я в ВК только-только появлялась, когда там можно было зарегистрироваться, и я там зарегистрировалась не под своим именем. Вот. Ты как маленький, если ты репостишь чей-то пост, который попадает под статью, то и тебе прилетает. Делай то же самое в инсте или ТГ, то же самое будет. В Австралии идут, по сути, подтверждения личности во всех соцсетях, чтобы бороться с клеветой и прочим. Да мне кажется, типа, подтверждение личности можно легко обойти, нет? Вот. Так.
Я ему все сдала, нет? Ты денег дашь мне? Или я ему уже сдала? Я ему уже, походу, сдала, да? Удачи, сталкер. Спасибо. Мне не хватает, кажется, денег, да? Патроны вперед. А сколько у меня патронов? 195. Так, а сколько у меня... А часы нельзя показать, окей. Так, ой, у меня фильтров совсем нету. Охренеть, я там 13 минут набегала. Идет. Удачи. А что по аптечкам? 5, нормально. По поводу личных данных хочу расстроить, они давно есть в сети. Да, блин. Не знаю, мои личные данные, причем все и большинство из них давным-давно есть в интернете. И правдивые, и неправдивые, и все, что только можно. Вот. Мне, конечно, это не нравится, но слава богу, у меня пока что не было неадекватов, которые, вот знаете, я просто очень боюсь какого-нибудь сталкера. Вот. Но опять же, у меня есть друзья, которые, если что, мне всегда помогут и меня защитят. Вот, поэтому как бы нормально. Настюха, здорово. Ты же банком пользуешься? Пользуешься, не только ты. Ой, у меня, кстати, знаете, что сегодня было? Блин, прикол. Звонят мне по телефону. Вот вам 100% тоже звонят по поводу всякие опросники. Там типа опросник Москвы, опросники там по интернету, опросники по сотовой сети, там еще что-то. Вы обычно опросы эти проходите или нет? Мне сегодня что-то стало скучно. Я такая, мне позвонили, типа, говорят, можно занять минутку вашего времени? Я говорю, ну, попробуем. Они говорят, мы, типа, проводим опрос по поводу мобильной связи. А еще меня, кстати, вот научили по поводу, да, типа, цифровой гигиены. Еще, типа, на трубку никогда не отвечать «да-нет». Вот. И вроде бы не говорить «алло» или «да». Короче, или алло можно? Блин, я не помню. Короче, там суть в том, что нужно говорить другими словами. Вот, чтобы, если что, тебе не пришили как бы к чему-то другому эту всю херню. Звонят мне сегодня по поводу мобильных операторов. Говорят, есть у вас минутка на, типа, пройти опрос? Я говорю, ну давайте. Бля, и там почти на 15 минут меня просто задушили. В итоге я просто уже сбросила, потому что, ну, сколько можно, вот, минутка, нихера себе минутка, вот, в итоге, ну, как бы хотела людям помочь, потому что я знаю, что это неблагодарное дело на опросниках этих сидеть, их там посылают все по телефону, вот, и, в принципе, в опросниках я не вижу ничего плохого, вот, ну, если это только настоящие, а не там какие-то непонятные, да, вот, в итоге... Меня заколебали. Сначала меня попросили там, типа, из серии, где вы видели последний раз рекламу там такого-то продукта, там, да? Ну, там не какого-то одного было, там очень много мобильных операторов было. И там, как, давай мне перечень, типа, у подъезда, на листовках, в ТЦ, в рекламе в интернете, у блогеров, по телевидению. Короче, еще там такой список был. И я говорю... Говорю, ладно, говорю, запишите мне все, кроме того-то, того-то, того-то. Говорят, нет, нам нужно, чтобы вы отвечали, типа, да или нет. Я говорю, девушка, говорю, я так не отвечаю. Говорю, записывайте. Вот это, вот это, вот это, типа, не работает. Ну, что-то такое я ей сказала. Вот, пошли дальше. Ну, короче, она меня так заебала, извиняюсь за выражение, что, ну, это просто был ужас, я сбросила. Потому что, ну, блин, камон, вы просите минутку и сидите 15 минут на телефоне. Мне интересно, не придет ли мне потом счет какой-нибудь на телефон? Вот, в итоге мне потом как давай названивать. Мне полдня названивают с разных номеров. Я уже думала установить себе что-нибудь такое, знаете, по типу определителя номеров. Блин, мне что-то вроде Глюша советовал или кто-то советовал, я не помню. Вот, и это, чтобы не брать трубки, они меня заманали уже, это просто ужас какой-то. Ой, а чё у меня игра сама свернулась, жесть. Так, а зачем тебя сталкерить?
Слушай, люди разные бывают. А вдруг меня кто-то влюбится и будет мне тут под окнами стоять и дышать мне. Такой сердечко рисует. Такой ты и я. Одно целое. Ле-ле-ле-ле. Ну, как бы это не совсем норм. Наверное, на всех есть инфа в Даркнете. Да 100% есть, господи. Со всего можно базы куда-нибудь дослить. Вообще, со всего абсолютно. Сколько еще пройдет времени до этого подтверждения введения у нас? Ну, а на что тебе нужно подтверждение? Да и не работает это подтверждение. Оно там и так все можно пробить. И по айпишникам, и по всему тому подобное. Запрещают там игры всякое такое, по итогу хренью занимаются. Но им же нужно делать какую-нибудь активность. Заниматься какой-нибудь активностью. Да и на самом-то деле, ну будем объективны. Следить за гигиеной надо во многом. И, соответственно, чтобы следить за всем в интернете, тоже нужно с чего-то начинать. Вот они и начинают. Понятное дело, вам это не нравится, потому что это касается игр, которые вам нравятся. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, даже если они запретят, это ничего не поменяет в вашей жизни. Вот. У меня привычка говорить в трубку «да». Вот это плохо, это нельзя. Мне РТ отпрашивал по поводу стабильной скорости, прошел все норм. Ну, Ростелеком, когда звонят, они там представляются, и все нормально. А тут просто типа опросник, там все дела по поводу разных мобильных операторов. И там очень долгий опросник. И, короче, мне не понравилось то, что, блин, сказали минутку, в итоге 15 минут сидела, они меня заколебали этими вопросами. Говорю, короче, нахер идите. Так еще и потом начали названивать с разных номеров. Думаю, о, вы что, охренели? Это, видимо, знаете, серии, это оператор, которая там сидела, передала трубку всем, кто у нее там в зале, и говорит, о, смотрите, лохушка отвечает на опросники, звоните ей все вообще, оборвем ей трубочку. Ай, жесть. Я как-то слышала, что Яндекс.Еда случайно слила адреса всех своих юзеров. А Яндекс.Еда, ну, это типа не слила, а их типа хакеры хакнули и всю базу достали. Это было с Яндекс.Едой, это было с... Господи, какая почта есть в России, которая помимо российской почты? Спасибо большое за фоллоу, я забыла. Они сливали... Еще отчетливо. Очень много на самом-то деле. Тем более сейчас вот эти все начались эти хакерские войны. Там взламывают нахрен все, и у всех есть эти базы. Вот. Только вопрос, как ты этими базами воспользуешься. Я лично туда не лезу, и мне нахрен не надо. Мне личные данные кого-то из вас вообще не нужны. Ну, типа, зачем? Если мне нужно будет что-то отправить, я напрямую спрошу, а не полезу где-то базы какие-то проверять. У меня в жизни на стриме уже было два человека, которые пробили инфу по мне. А я этих людей очень сильно остерегаюсь, потому что они странные. Вот. И все. Вот. Потому что ну, это ненормально про кого-то пробивать инфу. От незнакомые номера не отвечаю, но у меня часто какие-то там доставки или еще что-то, вот, поэтому я всегда отвечаю, но если мне что-то не нравится, я сбрасываю. А тут у меня что-то был акт доброй воли, решила пройти. Так, это не меняет того факта, что нужно хотя бы соблюдать элементарные правила, например, не писать свое имя. Как сказала Эля, и, к примеру, нужно, чтобы твое имя или никнейм не могли сопоставить со слитыми данными. Вопрос публичности твоих данных, то есть никто не говорит... Ой, у меня что-то палец дергается. Я самый засекреченный человек. Скорее вопрос, чтобы все подряд не знали твоих личных данных или же не могли их сопоставить с твоим никнеймом в интернете. Ну, а с другой стороны, Литыч, смотри, а какая разница, если ты ничего не нарушаешь... Если ты законопослушный гражданин, адекватно себя ведешь, то в чем проблема, как бы, что они будут знать? Вот. У меня просто такая логика, что типа, чего тебе бояться, если ты ничего не нарушаешь? Левых опросников не прохожу. Ну вот да. Все придерживаются каких-либо правил приватности, не все это замечают или признают. Ну тут да, тут да.
Ростелеком могут услуги свои навязывать. Мне очень нравится, как они мне звонят по поводу интернета. И говорят, здравствуйте, это Ростелеком, скажите, каким интернетом вы пользуетесь? Я говорю, вашим, и кладу трубку. Вот, так у меня действительно Ростелеком очень, кстати, хороший. Вот, пу-пу-пу, на всякий случай, чтобы не сглазить. Вот, и это самое. Но мне так смешно, как они мне звонят. Хоть бы в базу уже вбили, там, типа, наша, это наша. Ай. Почему ненормально? Через глаз бога за минуту на тебя инфу найдет. Я тоже пробивал. Ну, ты тогда странный человек, что я тебе могу сказать. Потому что нормальные люди никого ничего не пробивают. Надо заниматься своей жизнью, а не жизнью чьих-то каких-то людей. Минутка паранойи от зрителей на стриме. Ну да, да. Пампушек, а что ты от нас ливнул-то? Что тебе там, неинтересно было, что ли? Кто они? Государство, возможно, ок. Но есть же люди, которые хотят воспользоваться твоими данными. Типа, какие-то мошенники или что? Тебе бы не понравилось, если бы кто-то под тебя документы подделал и что-то нарушал. Это да, но это же легко доказать, что это не ты. Вот в чем прикол. И будут искать человека, который все это делает. Вот. У меня как-то был прикол. Я в Украине когда жила, я потеряла свой паспорт. Или потеряла, или его украли, я так и не поняла. А я тогда была под тяжелыми таблетками и очень-очень крепко спала. И я что-то, я помню, ехала с больницы на машине, а у меня тогда с руками вообще была беда, я не могла даже ложку держать, я просто ехала вот так вот. Мне позвонила подружка, я с ней поговорила, говорю, вот, мне тут таксист, хотя тоже, блин, я такая дурная, мне таксист посоветовал какую-то типа женщину, ну не ворожею, но какую-то типа знахарку, у нее якобы есть мазь, которая помогает с такими руками. Я говорю, ну, типа, покажите мне эту женщину. И он меня повез. Блин, сейчас вспоминаю, вообще дурная, капец, кто ж так ездит? Вот, и я в этот момент разговаривала с подружкой. Я подделала все свои дела, мне знахарка дала, короче, эту мазь, все дела, и я поехала домой и легла спать. Ну, потому что я была под таблетками, мне, типа, было вообще жесть какая. Только я не помню, это уже было вечером, ночью, когда это было, но суть в том, что я... Да, это, наверное, после всего этого было, я легла днем. И мне никто не мог дозвониться. Как назло, у меня разрядился телефон, выключился. И когда ко мне стучались домой, я спала как убитая. Никто не мог мне дозвониться или дописаться. А там еще пришла милиция. Пришла милиция, и, естественно, там подняли всех на уши, типа, какого хрена, я просыпаюсь, у меня миллион звонков, кто-то мне в дверь херачит, я подхожу, у двери никого нету, включаю звонок, начинаю звонить подружке, там крики, оры, ты шо, охерела? Я говорю, да что такое, говорю, я спала, говорит, мы думали, тебя украли, пришла милиция, сказала, что по твоему паспорту кто-то во Львове пришел в библиотеку, какая-то неадекватная, начала там бушевать, пробивали, типа, ты ли это или нет. Я говорю, да я спала. У меня, типа, все норм вообще. Вот, ну, короче, истории, да, веселые были. Вот, но по поводу того, что я потеряла... Ну, опять же, паспорт я потеряла, и я сразу написала заявление о том, что у меня, типа, украден паспорт. Вот, или утерян, я не помню. Вот, и то, я помню, блин, я не помню, ну, я не знала, у меня паспорт украли или потеряли, я пришла на допрос, а там, типа, я знаю фишечки допросов, что, типа, если ты ни в чем не виновен, тебя садят напротив выхода, чтобы ты думал, что у тебя есть возможность выйти спокойно, да, а если ты виновен, то тебя садят к стенке или к маленькому окну, чтобы ты думал, что у тебя, типа, нет выхода. Ну, короче, меня садят напротив выхода, да, тут заходит этот самый следователь, а следователь еще симпатичный такой, я такая, о, я еще красивая, в платьишке в каком-то приехала, вот, начинаю рассказывать, а я начинаю нервничать какого-то хрена, я начинаю нервничать и, типа, как будто, знаете, это не я потеряла, а как будто я украла чей-то паспорт, я такая, ёпарасоте, вот это, ну, типа, очень сильно психологически давит. Вот, но я вроде написала заявление, они, видимо, еще пробивали, не вру ли я. Вот, и то самое, и вот, да, вот такая вот история у меня была. В смысле ливнул? Не было такого, это не я, я не нарочно. Не знаю, я увидела, что Пампушек ливнул с чата телеги.
Не с основной телеги, я не знаю, ты подписан на основную телегу или нет, а именно с чата. Но я не знаю тоже, ты это был или нет. Поехать хрен знает к кому и куда, да. Да, я такая странная. Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Они нахально так навязывают. Мне якобы Ростелеком позвонил насчет своего интернета. Я им ответил, что мой провайдер меня полностью устраивает. Они все равно сказали, мы понимаем, но все равно поговорите с нашим оператором. После этого я бросил трубку и в блок кинул номер. Поняла. Ты зачем буйствуешь в библиотеке? Там тишину надо соблюдать. Ну вот, вот такая вот я разгульная женщина. Поговорите с оператором, он грустит, с ним никто не разговаривает. Мне вообще интересно, люди, которые вот работают, знаете, в колл-центрах, блин, им же, наверное, так тяжко, представьте. Им нужно что-то впарить, а их никто не хочет слушать. Это же жопа какая-то. Читал, что хотят закон принять, который будет запрещать звонить и предлагать услуги. Да, его уже внесли в эту Госдуму. Я тоже читала об этом. А, мент лысый был? Нет, кстати. Я помню, что он был черноволосый. Здорово, жваха. На звонки просто прошу произнести данные, мол, сам не помню. Это как? Тебе нужны эти проблемы? Я думаю, нет. Да и с личными данными открывается путь к социоинженерии. Просто получить доступ к твоему ПК или смартфону. А, позвонить, типа, давний друг, с которым ты недавно или давно виделась, который не знает тебя, попросить установить что-то или скинуть, попросить посмотреть файлик. Ну, тут уже дело в образованности и в смекалке, типа, ты поймешь или не поймешь, что тебя разводят. Я сегодня выходил с кучи чатов, наверное, перепутал твой с другим. А мне было грустно. Я уже подумала, что все, ты меня бросил, что тебе у нас неинтересно. Я такая, блин, мне так грустно. Но ты вернулся. Настюха меня не любит. Ну что такое, а? Как жить, как жить? Ладно, идемте играть. Поговорили и хватит. Так, что у нас тут? Опять кто-то рычит. Да кто рычит? А, это кто-то храпит. Так, что у нас там следующее? Ну, мы уже половину нашли, кстати. Модель кристалла, заметки ученого, шлем сварщика, балалайка, светофор, научный труд, терминал, запчасти, динамик, карта метро. Окей. Так, мне вот не хватает, да? Нет. Да. У меня 150. Я хотела пуську. Давай-ка продадим тебя. А что-то продадим. Так, и купим... Вот этот, да? Убойник купить? Чат, кто знает, убойник же нам нужен. Мне кажется, убойник нам нужен. Так, тюнинг. Не, это нам не надо, это тоже. Ну... Да не, это тоже не надо. При вопросе Фио отвечаю возможно, а потом спрашиваю данные. Молодец, красавчик, красавчик. Так, ну мы подонка не берем. Наверное, что, револьвер берем, да, третьим? Или ничего не брать? Может быть, потом какая-то снопа типа будет, или это, шариками стрелять. Куколка. Так. Угу. Так, сколько у меня фильтров? 10 минут, да? Давайте еще один фильтрик возьмем. Отлично. Блин, что-то меня сушит. Блин, я уже почти допила. Так. Бежим. На-на-на-на, бежим. За мной кто-то идет? Хорош.
Так, идем сюда. Сюда. Так, бежим, бежим. Бежим сюда. Не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. Твори добро по всей земле, твори добро другим во благо. Как я люблю эту песню. Так. Ай, собака! Так, поехали. Каска сварщика есть. Как же он рычит, а? И рычит, и рычит, и рычит, и рычит. А у меня просто приложение всех этих Ростелекомов и прочих помечается красненьким. А что за приложение? Так, игрушка. Это уже второе, да? Это уже второе. Надо типа туда идти, но мы еще тут не все зафармили. Цветок не. Цветок не. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. О, балалайка. Я же помнила, что тут что-то не так. Что-то тут не то. О. Хорош. Не зря не покупала ничего. Убежал. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Куда делся-то, говнюк? Говнюк. Это вот случайно не тот, против которого нужен тот... Тот, этот самый... Сэмчик, привет! А он от Яндекса в составе их приложения сервис. Блин, надо глянуть. Так, а что мы потеряли по итогу? Пушку потеряли, да? Так, что, 10 минут должно хватить, да?
А сколько аптечек у меня? 5, окей. Так, мы этому ж все отдали. Рад новой встрече. Ну да, ему нечего больше отдавать. Этой базы, от которой в открытом доступе без всяких даркнетов, Яндекс, Билайн, СДЭК. Вот СДЭК, да. ГИБДД, Авито, Госуслуги, Delivery Club. Это только из самых крупных чекнул. Ну, слили и слили, чё. Так, стоп, стоять. Я не продала пестик. Так, подать, да, покупить вот это, да, блин, или взять двухствольный, я даже не знаю. Ты этого хрена можешь не трогать, просто не надо шуметь при нем. Я хочу его убить, а вдруг с него много плюшек выпадет. По всей земле твори добро другим во благо, не за красиво, но спасибо услышавшего тебя рядом. Да убить можно, но, наверное, сложно. Лутаемся пока чё. Он только на звук реагирует, на свет не реагирует. Звук. То есть надо идти на приседках, правильно? Испугалась фоллова. Спасибо большое. Добро пожаловать. Сука! Я же тихенько была!
Да в жопу пошел! Мне показалось, что тут можно что-то полутать, но что-то нет. Быстрее бери его! Что-то мы в этот раз вообще ничего не нашли, да? А нет, нашли, подожди. Нам нужно обратно идти. Шортката нет никакого. Мне вообще пора обратно идти. Маску сварщика не забрала. Сейчас пойдем поищем Диана. Она, кажись, вот тут где-то была, да? Да. Или нет? Нет, не тут. Блин, а мне скоро кислород кончится. А, вот маска сварщика. Так, все, рюкзак полон, отлично, бежим обратно. Я, правда, так и не поняла, что значит вот эти лампы, которые с лампочками? Это типа сохранялки или чего? Просто я их включаю, а для чего я так и не поняла. Господи, я заблудилась.
Не-не-не, маску сварщика, да, я не забирала. Вот, я ее только что забрала. Блин, интересно, сколько мне еще ходок надо сделать? Это же жесть. Лампочки, это скорее всего, чтобы ты знала, где была. Здорово. Очень и очень неплохо, должен сказать. Ну вот и твое вознаграждение. Доброй охоты. Благодарю. Так, вот этот костюм есть смысл сейчас покупать или чуть попозже сделаем? Я ходок. Я за час прошел данное DLC. Как ты его так быстро прошел? Ты обманываешь. Покупать сейчас? Ну, купила, идет. А одеть сейчас или нет? И у меня, спасибо, что сказал, у меня фильтры, нет денег, понятно. У меня нет денег на фильтры теперь. И сколько у меня фильтров на 5 минут, да? Тоже одевать сейчас? Так, идем, отдохнем. Будь здоров. Так, 5.50. Почему у меня на первую штуку нет патронов? Не поняла, ну ладно. Так, это у нас все куплено. Продай эту пуху с дротиками. Не хочу, я буду ей стреляться. Хотя... Блин, а по сути, да, она мне не нужна. Но за нее мало дадут, наверное. Ну-ка, продажа. О, 48 патронов. Конечно, продать. Конечно, продать. Что за вопросы такие? Так, а вот здесь можно продать боеприпасы мои? Нет? Нет, нельзя. Хотя нет, вот, можно. Что вот это вот за бронебойно-зажигательные пистолетные патроны? Продать мины. Так. Продать мины. Да и эти можно, в принципе, продать, не? Я вот думаю, что делать с бронебойно-зажигательными пистолетными патронами. Буду ли я с пестиком ходить или нет? Или у меня только калаш и дробаш? Калаш и дробаш. Ой. Так. Я сейчас посмотрел, я завалил тут гориллу. Ну, молодец, чё. Отлично. Так, ну фильтров теперь на 15 минут, все супер. Блин, я медленнее стала бегать, пипец. Да серьезно, вы закрыли перед моими глазами его? Калаш, дробаш, бараш и нюша? Уруруша? Что, все мимо? Ни хренюши не вижу. Так, я хотела сходить в одно место. Сейчас покажу, в какое. Так. Так, кажется, это вот сюда.
Нет, подожди, здесь я была. Здесь я была. Это шорткат. Мне нужно... Где? Я теперь и прыгаю, как говно, да? Почему у меня хп, кстати, нету? А, да? Спасибо, прапор, за подсказку. Я сейчас умру от радиации, потому что я сменила костюм. Иху. Там, конечно, ну ладно. Я думала, дадут больше. И как мне вот это вот... Прошу прощения, спасибо. Слушайте, ну я прошла. У меня тут где-то был... ход. Я не помню, где... Кстати, ход нашла. Лол, это такой шорткат. Офигеть, очень хороший шорткат. Так. Почему нет лампочки? Ладно, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Так, это закрыто, окей. Светофор надо стырить. Но, кстати, если б не костюм, я бы уже померла, скорее всего. Ты, блин. Куклу не забрала. Забрала вроде. Бля. И аптечек нету. Жесть.
Че, я всех вроде, да, бахнула? Лежит. Куклу я забрала. Так, у меня осталось, получается, 4 штуки. Терминал, запчасти, динамик, карта метро 2. Это мне надо куда-то дальше пройти, да? Я правильно поняла? Так, значит, что мне надо и сколько у меня вообще денег? У меня не фонтан, конечно же. По рукам. Так, что у меня там? 19 минут, шикарно. Три аптечки. Окей, идем спать. А, мы бы еще с тобой сделали, но это даже писать на Твиче нельзя. Чего? А, ты про пару? Кекве. А что ж я? У меня патронов нет. Да. Патронов нет. То правда, то правда. Получается, сколько у меня? 17 патронов осталось. Хотя нет, стоп. Назад. Нет, путите! Да, пистолет иду продавать. Пока. Так, вот это. Ну, это все, что я смогла купить. 18 патронов на дробаш. Здорово, Денисыч. Что-то у нас чешется. Хочу бутербродик с чаем. Чат. Забабахаете мне бутербродик с чаем? Я не туда пошла? Жесть, не туда. Привет, малышка. Вот, кстати, Рома искал девочек, у кого нет сапки. Вот Crazy Zoo у нас девочка без сапки. Дело в том, что я не совсем понимаю, куда мне дальше идти. А, наверное, наверх. Хотя нет, наверх тут нет ничего. Так, I need подсказка, куда идти? Потому что здесь у меня как бы тупик. Я так поняла, мне надо наверх, но как? Подождем, пока чат ответит. Пу-п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 у. Туда иди. Спасибо, братан. Спасибо, спасибо. Туда и пойду, пожалуй. А ты со мной туда пойдешь?
Ай-яй-яй. Спасибо за холод, добро пожаловать, Зиолю, привет. Коленку навазелинила, аж блестит, но... I'm not with Vaseline. Так. Да нет, сюда вроде не надо. А, или сюда. Что с киви? Не знаю, что с киви. Надо у киви спросить, что с ними. Понятно. Я пытаюсь найти, блин, у нас осталось 4 последних штуки. А их нигде нет. Когда-нибудь она перестанет разминировать лицом. Когда-нибудь, да. Но это не точно. Да ну тебя в жопу! Да ну ты серьезно? Я стояла, блядь! Вот ты мудила! Я же стояла! Чё за прикол вообще? Блять, вы серьезно? Походу на свет тоже реагируют. Ох ты, ёпарасоте! А кто мне сказал, что нет, он слепой? Да я, в общем, название только и знаю. Ну, слышал еще, что часть нашего совета оттуда. Лет 10-15 назад в поле с целой толпой притопали. Ого! Это что ж получается? Они там после войны еще черти сколько сидели в этом Д6? Ну да, дело темное. Я, кстати, помню, как я по сюжету там проходила, в том же месте. И мне также там горело. Он там как-то неадекватно реагирует. Черт этот. Просто черт.
Так, я уже взяла вот эту штуку. Взяла. Понятно. Да не это я хотела, Господи Иисусе. В этот раз я разменила не лицом, а жопой. Нормально, мне кажется, не? Я почему-то подумала, что эти лампочки — это сохранение. Но, видимо, не судьба, чтобы это было сохранение. За фоллоу. Добро пожаловать. А куда идти тут надо? Я не понимаю немножечко. Вот сюда я не запрыгну. Сюда тоже. Куда? Короче, он меня anyway хочет побить, просто если я сюда иду. А не. Ой-ой-ой, братик, ты что же делаешь? Собака, ты сутулая! Рома, спасибо тебе большое за 5 евро, спасибо, это расслабляющие 5 евро, потому что этот говнюк меня просто по КД бьет. Закрытая дверь, видимо, тут шорткат что ли будет. Так, что-то я нашла, что-то я забрала. Я даже не знаю, что, если честно. Че? Ползем дальше. Так, открываем шорткат. Кстати, а может быть здесь я могу дышать? Я здесь дышать могу. Офигеть. Почему она... Не хочет. Слишком тихо стало, мне не нравится это. Вообще-то я на лампочку нажала, ну ладно. На лампочку нельзя нажать, понял. Тут дверь никакая не открывается. Окей. А,
это вот я пришла. Офигеть, ну пойдемте что-нибудь сдадим. Только не говорите, что мы сейчас драться будем. Блять! Гандоны. Есть от меня, хоть дверь открыли, спасибо. А ты знаешь, пробил это где-то? Заработал. Так, терминал есть. Остались запчасти, динамик и карта метро. Ой, душнилово какое, все меня уже душит. Так, что, сколько у нас? 23. Аптечек 2, монет 50, давайте аптек что ли купим. А я в конце буду с кем-то драться? Что такое? Мне надо патроны покупать, давайте я, наверное, куплю. Чего заливать? Бывает такое. Вот мне шаман рассказывал, альбинос называется. Да, я помню, да я бы уже сейчас перезапустила, там уже 3 часа записи. Чуть-чуть туда, чуть-чуть туда. Отдохнем. Ну, я так поняла, когда мы отдыхаем, рисаются, короче, чуваки заново. Но и лампочки рисаются тоже. Жалко, только деньги не рисаются. Забей на это DLC, иди третью часть. Да не, надо пройти. А то, если честно, я не уверена, что у нас на 6 стримов будет контент это с метро. Вот в чем прикол. Так. Тут вроде была лампочка где-то. Есть, на жопке шерсть. И сколько у меня вообще лампочек, вопрос. Еще бы знать, где я. Мне вниз надо. Или нет? Кто фоллоу прожимает, у того пить подрастает. Спасибо за фоллоу. Спасибо. Спасибо. Так, еще одно, осталось два.
нахер пошел. Он в комнату не пошел. Жесть. Что-то тут уже эти не лутаются. Колонка есть. Так, и осталось одно, что ли? Мне вниз или наверх? Я не понимаю. Шорткат. Да. Значит, мне вниз, да? Ой, у меня животик скрутило. Все из-за прапора. 100%. А где еще одно? Стой, подождите. То есть это все? Не понял. Лол. То есть это все? Нет, не все. А куда идти тогда? Я не понимаю. Мне нужна еще одна какая-то херь, которую я не нашла. Сюда, что ли, надо спрыгивать? Да вроде же нет. Не, это я там была. Получается, я прибежала отсюда. Или нет? Уже здесь лута вообще нет. Оттуда, значит, прибежала, окей. Так, ну внизу ни хрена нет. Идем наверх. Сейчас давай посмотрим, что у нас осталось. Может быть. Меня сейчас это так задушит, что я реально брошу. То есть мне все начинает с самого начала, да? Заебись, блядь. Как же заебись. Так, что у нас тут? Запчасти, динамик и карта метро. А что я там получила, я не помню. Блять, самое обидное, то что меня прям у базы уже это убило. И главное, ни одна сука с базы не вышла, не помогла. Я бы сказала, кто не до Twitch банит.
А, то есть я не могу пойти отдохнуть? Понял. А почему? Интересно. То есть и шорткат сейчас здесь не будет открыт, правильно понимаю? А куда мне там надо было идти? Да. Да ебись. Да ты можешь... Блядь, какой ты долбоёб конченый. Ты можешь, блядь, вот так вот за лестницу ухватиться. Я даже подошла, блядь, к нужному... Спасибо за фоллоу. Конч просто, а не герой какой-то. Управление говна. Блядь, куда идти? Я уже не помню. Здравствуйте. Здравствуйте, я уже не помню, куда идти. Не помню я. Не помню. Вот что мы пропустили, кстати, в прошлый раз. Но зато, да, знаем. Давай, Йорик, давай, сладких снов. Чисто патрики. Короче, я поняла, здесь просто нужно на корточках все ходить. Они тогда, возможно, тебя не услышат. И будет ок. Так, вот сюда мы спускались. Он спит прямо на входе. Господи Иисусе, у меня сейчас пердиш. Ах ты, сука. Пердишный сриступ чуть не случился. Ах ты, мразь. Ты как? Это ты за мной прошел? Уйди. Гандон. Куда бежать, куда податься? А, все, меня убили. Я не понимаю эту игру, если честно. То ли она сделана настолько херово, что он реагирует непонятно на что. Блядь, опять на дьявола. Привет. И нахер. Привет, он мне говорит. Рапор, я же сама разобралась, спасибо, не надо. Надо было раньше. Я уже зафармила все, что мне надо было. Просто я умерла прямо перед выходом. Так, только теперь главное, куда там надо зайти, чтобы опять эти штуки взять. Это выход. Это не то. Где там эти детали? Сюда? Да нет.
Блин, а как я туда попала? Теперь вопрос. В смысле? В следующем зале, что ли? Ой, душнина начинается, господи Иисусе. Как он меня догнал? Все, я не могу, у меня задушила игра. Привет, Мазилыч. Не, ну да, я уже как-то привыкла, что Мазилыч с трех троек заходит. Такой, здравствуйте. Этот черт, который агрится, если на него не смотреть. А, это не тот черт. Я не знаю, но возможно, да. Мы, не знаю, прапор мне сказал, что черт слепой, типа. Можно ходить с фонариком. В итоге, типа, он все равно меня бьет. Не понимаю, почему. Я хожу на корточках, типа, думаю, ну, слепой же, наверное, хорошо слышит. Нихера вообще. Слушайте, а как я туда прошла в прошлый раз? Блин, ну как-то же мне туда надо. Да мне надо запчасти забрать, а запчасти за хрюкающими тварями. Прапор, по лестнице он говорит. Советчик ты мой. Ну это я иду дальше. А как же я забрала их? В прошлый раз не было. Я уже, наверное, не смогу вернуться, да? Ну да, тут нету. Твою мать, ну ладно. Так, попробуем на него не смотреть. Не, он проснулся. Я и сейчас на четвереньках, у меня уже палец болит. Жмякать так. Привет, Марк. Ой, тошнило во в игре, господи. Я не помню, где колонка была.
Пожалуйста, лестница, спасибо. Так. Я перезарядилась. Я, кстати, взяла только одну из трех. Я что-то одно забыла где-то. Какие-то бумажки. Механизмы за теми двумя спящими. А где еще типы? Ой, типы, ну, в смысле, штука. Ну, тут ничего нету. Зачем делать такую локацию, где ничего нету? Блядь. Душнила, отпусти, ты меня душишь. Неприятная какая, фу. Да нет, это выход вообще. Что-то не поняла. А, вот. Не то чтобы не зашло, душка. Да пошел ты нахер, мудак! Пошел нахер! Нахер! Не то чтобы не зашло, меня душит душнилово. Меня душит душнилово. Типа, прапор это DLC, говорит, прошел за час. Я, конечно, сомневаюсь, что за час, но, скорее всего, в любом случае, быстрее, чем я. Я уже прохожу 3 часа. Ну ладно, полчаса у нас ушло на разговорчики. Сейчас умру, да? На тебе 2, и осталось последнее. Невероятно. Поразительно. Карта секретного метро. У меня просто слов нет. Это потрясающе. Великолепно. Просто великолепно. Тебе определенно стоит сообщить об этой находке лично начальнику станции. Думаю, у него будет для тебя новое задание. Пошли в жопу. Так, мне нужны запчасти, да? А мне нужны запчасти или можно просто уйти? Я и так знаю, где эти запчасти, я просто не хочу за ними возвращаться. Я вообще... Получено достижение к шатре. Все, я закончила, надеюсь, да? Аллилуйя. Спасибо. Короче, тут суть, просто нужно пойти и получить одну эту карту метро. Можно вообще пройти, никого не убивая, ничего не это самое. Душнина! Душнина. Да, и ты, душнина, тоже иди. Молодец, брат. Бесишь меня. Так, YouTube, спасибо за просмотр. Ставим лайки, делаем репосты. Зовем, показываем друзей. С вами была Алена Кики. Подписывайтесь.